Торгово-развлекательный центр «Экватор» – оживленное место, где никогда не бывает пусто, а потому локацию для проведения акции «Час с налоговым инспектором и налоговым консультантом» выбрали очень удачно. Посетители магазина могли получить профессиональную консультацию по уплате единого имущественного платежа и узнать, как и где можно его уплатить, категории льготников, а также о санкциях за неуплату. Почему сегодня именно эта тема, так как срок уплаты единого имущественного платежа уже не за горами, он уже буквально завтра, это 15 ноября. Соответственно, наша задача и присутствие здесь еще раз напомнить нашим физическим лицам, гражданам, которые имеют объекты недвижимости, земельного налога, транспортного налога, обратиться еще раз вспомнить, заплатил ли он этот единый имущественный платеж. Три налога, которые уплачивали ранее граждане на недвижимость, земельный и транспортный, с начала этого года объединены одним платежом, и называется он единый имущественный платеж. Теперь оплатить нужную сумму стало в разы удобнее, буквально в один клик. Это отмечает и брещане. У меня есть квартира уже вот в течение 10 лет, и очень хорошо, что я могу оплачивать. В течение 10 лет уже каждый год я его оплачиваю. И удобно, что у кого есть там, например, и машина, и квартира, они могут все единовременно за один раз заплатить. Да, стало удобнее и проще, но а если вопросы все же остались, можно было обратиться к налоговому консультанту, чтобы разобраться в конкретных ситуациях. Так как у нас акция является имущественный платеж, то граждане, которые подходили, они в общем интересовались о льготах. Безусловно, это радует то, что граждане знают и довольны тем, что объединены три налога оплачиваются, поэтому это выражается гражданами. Напомним, уплатить имущественные налоги можно через сервис «Личный кабинет плательщика» либо через систему ЕРИП, но затягивать не советуем, ведь завтра последний день.